Thank you.
Misha, come on. Мы начали наш концерт с песни под названием «Шабаш». А следующая композиция называется «Слингшот», «Рогатка». Thank you.
гадко. Это... Я чувствовал, вам понравилось очень хорошо. Гадко служит. Эта песня служит воспоминанием о том, когда один маленький мальчик разбил оконное стекло у соседки с первого этажа, тети Вали. Вот. А дальше прозвучит песня, которая называется «Disco Boat». Thank you.
Спасибо, друзья. Рада, что вам нравится. Спасибо. Артём Третьяков сегодня на клавишном. Павел Скорняков сегодня на саксофоне. Сергей Кутас, бас-гитара. Петр Ившин, барабаны. Николай Куликов. И группа Snakestake. Snakestake. Не надо бояться этого названия. Snakestake. По слову. Вот. Лень. Лень играет очень важную роль в нашей жизни. На мой взгляд. Вот. Потому что это такой промежуточный этап, после которого приходит вдохновение и появляется новая музыка или еще что-то. Вот. Вот, например, Паша саксофонист, очень хотел написать музыку для нашего проекта, но вот это пока что лень у него. Вот. Итак, следующая композиция. Лень. Laziness. Thank you.
друзья. Сейчас мы перейдем ненадолго только от оригинального жанра к вокальному и классическому. Наслаждайтесь по возможности. Очень неожиданная получилась аранжировка. Вот.
слава богу, мы возвращаемся к авторскому материалу, и прозвучит пьеса «Винил». Thank you.
следующая песня, мелодия без слов, называется «I love to be drunk». Это исключительно про музыкантов. В главной роли Сергей Хутас. Потому что он начинает. Thank you.
Большое спасибо, друзья. Следующая песня, я думаю, что мы посвятим ее всем прекрасным дамам, сегодня здесь присутствующим, и потому как она называется «Эмоции». Почему так получилось, ну ладно. «Эмоции», так или иначе. По сюжету должны были быть аплодисменты, но почему-то не пошло.
Спасибо. Эмоции, эмоции, другие друзья. Это не шутки, потому что между мужчиной и женщиной может всякое возникнуть, что о чем говорить в следующей песне. На этом мы будем потихонечку начинать заканчивать наш концерт и снова вернемся к классическому жанру. Так что, друзья, эта песня называется «Use Me». Спасибо, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем. Я еще раз
с огромным удовольствием представлю своих братьев по оружию. Это Петр Ипшин. Петр Ипшин. Барабаны. Это Сергей Футас. Бас-гитара. Павел Скорняков. Альтсаксофон. Артем Третьяков. Клавишные. Меня зовут Николай Куликов. Наша группа называется как? Snake Steak. Не нужно бояться этого названия. Можно громко хлопать всего лишь на все. Спасибо. Давайте еще поаплодируем этой замечательной площадке группы Алексея Козлова. И до новых встреч. Будьте здоровы и счастливы. И мы вас любим. Пока.